Количество людей, которые хотели положить цветы к гробу Натальи Гундаревой, было настолько велико, что прощение с ней продлили сначала на 2 часа, потом еще на 2 часа, а народ все шел и шел. Улица Никитская, она была просто вся в цветах. И очень мудро сделали, что продлили, дали людям возможность. На фотографии у гроба невероятно красивая женщина, которая всю жизнь сомневалась в своей привлекательности и уничтожившая себя ради новых канонов красоты 90-х. Я считаю, что это просто ошибка. Не надо худеть им. Невероятное количество работы. Без выходных, без отпуска. Съемки, спектакли, гастроли и даже депутатство. Диеты, пластические операции. Остановить ее никто не мог. Сентября 2001 года популярная газета «Жизнь» выходит с шокирующим заголовком. Первые фото Гундаревой после инсульта. Актрису везут на каталке в палату после каких-то процедур. Детали тяжелой болезни Гундаревой становятся известны всей стране. Мы летели на Дальний Восток. Мы сидели с моим Сашей, а тут сидел Игорь Костолевский, по-моему, с Женей Симоновой. И вдруг он держал газету, вдруг он так вот закричал. Мы так все встрепенулись, мы думали, что ему плохо. Он говорит, у Наташи удар. Гипертонический криз привел к обширному инсульту, восстановиться после которого не может никто. Но она будет бороться за жизнь еще 4 года, собрав все силы, энергию и волю. В жизни Наталья Гундарева была далека от сладких пышечек, которых часто играла на экране. Это была стальная женщина, которая проигрывать не любила. Она верила в то, что будет лучше. Она была настроена только на долгие-долгие годы жизни. Москва, 18 мая 2005 года. В 10 утра гроб с телом Натальи Гундаревой установили в храме на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. Отпевание длилось около 2 часов. На актрисе было белое платье. Бывает, что в гробу лежат красивые люди, но таких красивых, как она, я не видела. В этом белом платье и совершенно с каким-то королевским лицом. Это была королева. После отпевания состоялась гражданская панихида в театре имени Маяковского, в котором Гундарева 30 лет была актрисой номер один. Началась она с того, что со сцены зачитали телеграммы от президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Фродкова. На похороны актрисы приехало немало важных государственных деятелей, множество звездных коллег и тысячи простых людей, которых она не знала. Но они были с ней на «ты» и называли Наташей. Ее пустили в каждый дом. Все женщины видели в ней себя. Андрей Смирнов, режиссер фильма «Осень», наверное, одного из самых знаменитых и таких пронзительных фильмов с участием Гундаревой, он рассказывал, что как-то получил телеграмму. И в этой телеграмме было написано: «Товарищ Смирнов, спасибо большое, что вы снимаете не только артисток, но и простых колхозниц». «Можно у вас ведерочко набрать? А то у нас во всем общежитии не в одиночке». В 77-м году на экраны вышел фильм, где Наталья Гундарева сыграла одну из главных ролей в своей жизни. Картина «Сладкая женщина» сделала ее настоящей звездой. «Я теперь, извините, любви стала осторожная, чтобы опять не влопаться. Но и счастье своего постараюсь не прозевать». Когда мне позвонили из Ленинграда, и помощник режиссера сказала, второй режиссер, вернее, сказала, что она хотела бы пригласить меня на пробы, у меня вылетел только один вопрос, он был, наверное, наивным, но он вылетел естественно. Я сказала: «А вы меня вообще в жизни видели?» Она не любила свое тело, стеснялась округлых форм. Еще в Щукинском училище, обмотавшись пленкой и надев 3 шерстяных спортивных костюма, по несколько часов занималась одна в спортзале, пытаясь согнать ненавистные килограммы. И потом, уже став звездой, все не могла смириться со своим размером одежды. Она тут была в норме, а вот бедра были очень широкие. Она худела, она сбавляла вес. Но природа, была такова природа, что у нее такие большие были бедра и такой
таз мощный, ноги такие. Красота такая, русская красота. Осторожней, ради бога, пол не поцарапайте. Роли из-за того, что она была полной, ей давали возрастные. В молодости она сыграла много женщин, которые были гораздо старше ее. И то, что она обречена играть разных теток, ее очень задевало. Бондарева была, конечно, не форматом. Она была полной, и полноты и тогда уже стеснялись. С лишним весом она боролась всю свою жизнь. Сидела на диетах. В начале 90-х купила модный в то время тренажер. И одной из первых в актерской среде подсела на тайские таблетки. Никто не знал, что там внутрь входит в них, из чего они состоят. А зачастую там были психотропные какие-то вещества, которые убирали аппетит, убирали все. И, естественно, при ее интенсивной жизни, при интенсивной, может быть, работе в театре и в кино, наверное, может быть, это было подрывало ее здоровье. В 90-е она по-прежнему звезда Маяковки. Но предложений для съемок в кино гораздо меньше, чем раньше. И режиссеры новых фильмов не нуждаются в героинях старого советского образца. «Гражданка» Никанорова больше никому не нужна. Новая тематика постперестроечного кино предполагает образы красивых женщин, похожих на голливудских красоток. И Гундарева понимает – она абсолютный неформат. Свою последнюю роль, сваху Василису Савишну в сериале «Соломея», актриса сыграла в начале 2001 года. И вся страна обомлела. Это была совершенно другая Гундарева. Минус 20, а то и 30 килограммов. Совершенно новое лицо, обтянутые скулы. Нет даже намека на двойной подбородок. Ну, сплетен много. Тогда была повальная мода на пластику. Повальная. Причем делали кому нужно и кому не нужно. Когда вы сталкивались на улице, ты думал, кто это? И ты с ужасом понимал, что это вот та великая актриса из кино, которую, ты знаешь, она не похожа вообще на себя. Наталья Гундарева в конце 90-х выглядела прекрасно. Как у многих полных женщин, у нее было гладкое лицо, красивая шея и зона декольте. Но сначала она переделала лицо, а потом, выражаясь вульгарным языком, откачала жир. То есть сделала крайне болезненную и опасную операцию по липосакции. Ну, наверное, она была счастлива в этот момент, потому что она, наверное, достигла того внешнего вида, о котором она всю жизнь мечтала. Она стала молодой на какое-то время, и расплатой за это явилась неожиданно наступившая старость. Московская область, 19 июля 2001 года. В июле 2001 в Москве стояла аномальная жара. Стрелка термометра подскочила до 40 градусов. Наталья Гундарева скрывается от зноя на своей любимой даче под городом Дедовск. Называлась я помещицей, имея в виду дом свой загородный. Умела, в отличие от меня, забить гвоздь, если надо, распилить что-нибудь там и так далее. В тот день, пролежав несколько часов на солнце в лежаке, Гундарева в ожидании мужа встала к плите. Она любила и умела готовить. Вдруг актриса почувствовала головокружение, выпила воды, а дальше темнота. Все это произошло одномоментно, внезапно и неожиданно для всех. Я думаю, что это так же неожиданно было и для нее. Ну, а кто из нас может предположить, когда его, значит, хватит удар? Она лежала без сознания на полу и не могла ответить на звонки своего мужа. И если бы помощь подоспела сразу, то последствия инсульта были бы гораздо меньше. Она 2 часа лежала, упала, и 2 часа, и процесс инсульта, то есть разрыва сосудов, он шел. Испытывала свои жизненные силы как только можно, как варвар. А вечером муж нашел меня лежащей на кухне. Я там что-то готовил. Везде лежали наструганные овощи. Когда ее увидел вернувшийся из Москвы супруг, к ней уже вернулся дар речи. И она повторяла: «Я споткнулась, я споткнулась, я споткнулась». Михаил Филиппов вызвал скорую, и актрису увезли в ближайшую больницу в Дедовск. Оттуда переправили через пару дней в Институт скорой помощи имени Склифосовского, где поставили точный диагноз – обширный инсульт правого полушария мозга. Гундарева находилась в коме, и врачи считали, что выжить она не сможет. Москва, август 2001 года.
После института имени Склифосовского Михаил Филиппов решил перевести жену в православную больницу святителя Алексия. И он очень надеялся на то, что ей поможет особая атмосфера клиники, в которой работают верующие люди. У меня был инсульт достаточно обширный. Вот, было нарушение функции конечности, левой конечности. Но функции речи, мышления, интеллекта не были затронуты. Это счастье. Когда она впервые смогла сама держать в руках зеркало, то была шокирована своим внешним видом. На нее смотрела глубоко больная женщина, резко состарившаяся, с каким-то чужим лицом. Веселье час, и боль разуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Гундарева была настоящей звездой, и не только на экране. Всегда элегантно, в мехах и красивых украшениях, с идеальной прической и макияжем. Ее фотографии советские женщины вешали на стенку, как героиня фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам», в котором она сыграла простую учетчицу, которая видит себя в мечтах знаменитой артисткой. Вот такая теперь у меня прическа. Соорудила какой-то актрисы. Что еще спросишь, родственник? Задачей Михаила Филиппова было не дать ей впасть в депрессию, чтобы Гундарева не боялась, что кто-то увидит ее неприбранной, в беспомощном виде, совсем не той фееричной Наташей, от которой всегда как будто исходили лучи света. Я говорю, когда мне подъехать? Не надо сейчас ничего, подъезжать не надо, даст Бог, все обойдется. А потом это все перешло в такую тягучую фазу. И, конечно, я следил за этим. Несколько раз пытался подъехать в больницу, но мне каждый раз Миша отказывал. Но уже сразу после инсульта актриса попала в объектив папарацци или продажного медработника. Ее фото украсили первые страницы главного российского таблоида. И все 4 года ее мучений на нее велась постоянная охота. Журналисты писали о каждом новом витке ее болезни и подкрепляли рассказы свежими фото. Это был первый случай больничного шпионажа за звездной личностью, который потом стал обычным делом. Как только кто-то попадает в больничную палату из известных людей, врач первым делом идет к телефону или в закуток в свой кабинет, достает мобильный, звонит журналисту. И говорит: «Привет, Вася, к нам приехала такая-то или такой-то. Вот сейчас все разойдутся, родственники, и ты можешь через часик подъезжать, я тебя встречу». Недавно умер режиссер Эльдар Рязанов, автор бессмертных фильмов, которые любит вся страна. Он тяжело болел, и в последний год его жизни журналисты бились за право первыми сообщить новость о его кончине. Особый шум наделала опубликованная в социальной сети СМС-переписка журналистки Юли с нейрохирургом Алексеем Кощеевым. В реанимации нейрохирургии Бурденко лежит Эльдар Рязанов. «Мне нужно первый узнать, когда он умрет, за хорошее вознаграждение». «Здравствуйте, Юля. А сколько за это платят?» «Самое главное, чтобы я узнала об этом первой. Я не обижу и хорошо отблагодарю». История с Рязановым, которая произошла еще при жизни великого режиссера, она за гранью даже вот этого цинизма, который мы допускаем в «желтой журналистике». Семен Фарада был беспомощным после инсульта 9 лет. И как ни следили близкие, актер очень часто попадал в объективы больничных папарацци. Проходит в плаще и заходит сразу к папе, где он лежит, извините, на такой кровати специальной ортопедической с держалкой, чтобы можно было вставать. И вот так вот, фунг, плащ, а у него там фотоаппарат. Такой прям профессиональный, со вспышкой. И он так: «Сенечка!» А папа еще же, он же как бы, когда лежал, он немножечко был в таком состоянии, ну, полусна. И он его чик. С букетом цветов, якобы от поклонников, папарацци вломились на дачу старенькой Ольги Аросевой. Актриса плохо себя чувствовала, лежала в кровати в ночной рубашке без макияжа, неприбранная, непричесанная, на тумбочке таблетки. Вытащили камеры, начали все вокруг снимать, щелкать. Она пыталась их выгнать, но как бы было уже поздно, уже все было снято, отснято. Фотография стоит $1000 известного актера больного. $1000. Жена Николая Караченцева не возражает против съемок мужа, который давно не выглядит как герой его звездных фильмов, но просит, чтобы съемки проводились по-людски, в ее присутствии. Но сколько она пережила, когда ее муж был в ужасном состоянии после аварии, и за ним велась охота прямо в реанимации.
медсестра в реанимации, где Коля лежал, ей принесли деньги, пачку, ей дали фотоаппарат, и чтобы когда она пошла в реанимацию, чтобы она сфотографировала. Михаил Филиппов сделал все, чтобы Гундарева не увидела страшных снимков папарацци, не читала желтой прессы и жила в покое, сосредоточившись только на своем здоровье. Спустя 10 месяцев актриса смогла встать на ноги. Рядом с больницей храм и хороший парк. Она молится, гуляет и верит, что вот-вот, и она вернется в кино и на сцену. Даже врачи удивлялись, насколько она вот мужественна в своей даже болезни, как она, занимаясь лечебной физкультурой, плакала от боли, но при этом продолжала делать упражнения. Москва, 18 мая 2005 года. Прощание с Натальей Гундаревой продлили на 4 часа. А людской поток не становился меньше. Было много истерик. Одна женщина потеряла сознание прямо у гроба любимой актрисы. Еле стояли на ногах и те, кто долгие годы работал с ней в театре. Дружил, уважал, любил. Когда я стояла над гробом, в какой-то момент, видимо, вот все эти эмоции, воспоминания, я начала заваливаться назад, ребята меня подхватили, и так, хватит тебе уже стоять, сиди. Потому что, видимо, переизбыток был таких эмоций и чувств, и страданий, и переживаний, что это до сих пор живо, да, все это как будто было вчера. Звучал вальс Свиридова из кинофильма «Метель». За несколько лет до смерти актриса сказала друзьям: «Если что, храните меня под эту музыку». О смерти она никогда не говорила. Это была единственная фраза, брошенная как будто просто так. Но однажды в своем интервью Наталья Гундарева сказала: «Есть тихая такая надежда, что Бог не оставит своей милостью. Может, все это произойдет в одночасье, и ты не будешь висеть тяжким грузом на тех, кто останется рядом с тобой. А уйдешь, оттолкнувшись одной ногой от земли». Но все вышло совсем не так. В мир иной она уходила долго. И все заботы о ней легли на плечи мужа, актера Михаила Филиппова, который проявил редчайшее для мужчины качество – способность очень долго поддерживать женщину, которая стала беспомощной, некрасивой и капризной. Согласитесь, это очень сложно. Зная его много лет, как веселого, феерически такого веселого человека, очень сложно. Я не знаю, вот я по моему складу характера, то есть я бы не выдержал этого, я бы не смог. Москва, 18 мая 2005 года. Всенародную любимицу, актрису Наталью Гундареву, хоронили в очень дорогом и красивом гробу. Стоил он 11 тысяч долларов и был похож на произведение искусства. Он был заказан аж через канадское посольство, был богато инкрустирован. Известно, что на нем были медальоны с библейскими сценами. Дотянуться до нее нельзя было. Я говорю: «Миш, тогда я тебя поцелую за нее». Потому что она отмучилась, а он сказал: «Лучше бы я бы все время мучился с ней, чтобы она была со мной». Михаил Филиппов почти не дает интервью после смерти супруги. И недавно Москву удивила новость о его женитьбе. Он сочетался браком с актрисой театра имени Маяковского Натальей Васильевой. Но 3 года после ухода Гундаревой Филиппов много болел. Несколько раз побывал в реанимации, был в тяжелой депрессии. Казалось, он не сможет пережить потерю женщины, в которую был влюблен 19 лет, точно так же, как в первый год яркого романа. Когда бы мы не пересекались, я видела, знаете, такую любовь. Она так смотрела на Мишу, а он так смотрел на нее, как будто она пошла танцевать, и он так, как будто его, знаете, как собаку куском мяса куда-то повело. И я говорю: «Миша, ну скажи, как вы счастливы?» Он говорит: «Ну, это я не знаю, как тебе сказать. Я, наверное, только мог бы об этом мечтать, и я имею это счастье». Наталья Гундарева была чрезвычайно влюбчива. В ее жизни было очень много бурных романов, чувств, накал которых сбивает с ног. Она была женщиной, которая очень нравилась мужчинам. Ух ты, сладкая. Ванильная. Она влюблялась. А дальше была беда всех вас, баб. Вы, если влюбляетесь, то безоглядно, уже без ума и без всего, бросаетесь в эту пучину, вот как в омут с головой. Она легко заводила отношения с женатыми мужчинами и разрушила не одну семью, меняла мужей, любовников. Свое семейное счастье нашла не сразу. Были экстрасенсы, которые говорили, что Гундарева заболела, потому что это месть ее одного из мужей.
Первым мужем актрисы стал режиссер Леонид Хейфец. Он был старше актрисы на 14 лет, а она была молоденькой выпускницей Щукинского училища. Еще никто. А он тебе нравится? Да нет, я только хочу сказать, что он лучше всех здесь. Тогда все скажут. Ну, он посмотрел на него, сказал, ну, она толстушка, она косолапит, она, наверное, не сможет. Но как только она встала перед камерой, как только она произнесла какие-то первые слова, он понял, что другой Марфеньки просто не может быть. Любовь заставила Хейфеца оставить семью. В 1974 году его развод и союз с никому неизвестной молоденькой актрисой обсуждала вся театральная Москва. Брак с маститым режиссером, конечно, давал огромные профессиональные возможности. У Хейфеца было невиданное материальное благополучие. Гундарева вызывала острую зависть. Потому что Хейфец уже при жизни получил звание «Великий». «Великий Хейфец». Да, вот она взяла себе в мужья великого Хейфеца. Я романы люблю, которые кончаются свадьбой. В браке с Хейфецем Гундарева стала выдающейся хозяйкой. Отточила мастерство приготовления шикарных столов на большую компанию и содержание в образцовом порядке дома. Но после 6 лет семейной жизни актриса в браке заскучала. Ей надоело печь пироги и встречать гостей великого мужа. Градус отношений стал заметно ниже. Расстались они, наверное, по причине ее, так сказать, да, влюбленности, опять же. Она влюбилась, увлеклась своим партнером. Она как раз репетировала на сцене «Леди Макбет» Мценского уезда и влюбилась в партнера своего, который играл вот уже Сергея, да, Виктор Корешков. Он был намного моложе. Кто-то в труппе считал, что молодым актерам движет расчет. Гундарева уже была примой театра, но большинство признавало, для Гундаревой это очень серьезно. Она была счастлива, она светилась. Она светилась, может быть, еще и просто я ее на площадке видела, когда, я не знаю, но ей было хорошо. Виктор Корешков был женат на актрисе Наталье Хорохориной, но сбежал от нее, даже толком не объяснившись. Неожиданно появляется, без вещей, и прямо с порога объявляет: «Нам надо пожить отдельно. Я решил перебраться к своим родителям». Неожиданное предательство – это ведь как нож в спину. Было очень больно. Гундарева и Корешков поженились. Первое время все было хорошо. Гундарева была счастливой женщиной. Но вскоре сама оказалась на месте жен, от которых уводила мужей. Я увидела хозяйку. Ну, потрясающую. У нее все горело в руках. Она тут же, у нее и стол, и чай, тут это, и дын, и закусочка, и все. И, конечно, помогает и Витя, то-то, то-то. Она уже белье прополоскала в ванной, уже повесила. Валентина Игнатьева познакомилась с Гундаревой на съемках фильма «Мнимый больной». Молодая певица играла Коломбину. Да здравствуют вовеки ученые мужи, спасающие тело для подвигов души! В этом же фильме снимался и Виктор Корешков, который увлекся Игнатьевой. По возвращении из киноэкспедиции разгорелся бурный роман, который стал быстро известен Гундаревой. Предательство Корешкову она не простила, и он достался Игнатьевой. Гундарева с ним рассталась. На похоронах актрисы Валентина Игнатьева отстояла длинную очередь, чтобы сказать ей «прости». Положила цветы. Я извинилась перед ней. Тихо. Уже слышала только она. В кино Наталье Гундаревой, как правило, доставались роли очень хороших, душевных женщин, которые скромно ожидают личного счастья и могут ждать его сколько угодно. Вера Николаевна! Будьте моей женой. Но в жизни Гундарева была совсем другая. Страстная, плюющая на мнение окружающих, способная на фантастические кульбиты в личной жизни. Если любила, то любила. Если не любила, то не любила. Могла послать так, что мало не показалось. А могла любить так, что тоже мало не покажется. После развода с Виктором Корешковым она грустила недолго. Его дублером в спектакле «Леди Макбет» Мценского уезда был актер Сергей Насибов. Еще красивее, еще моложе. И коллеги по труппе говорят, что роман с ним возник у актрисы еще во время брака с Корешковым. Молодожен и молодой отец. Только-только родился ребенок.
только вот у него жена родила. И что? Уводит из семьи Насибова и делает с ним все, что захочет. Но долго эта пара вместе быть не смогла. Когда страсти немного утихли, актриса увидела, что переоценила масштаб Насибова. И он совершенно обыкновенный человек, с которым не хочется строить настоящее и мечтать о том, что будет завтра. Гундарь все время была бесконечно требовательна к тому партнеру, который находился с ней рядом. Он должен был ей соответствовать темпераменту, взгляду, поездкам, таланту и так далее. И с такой женщиной очень трудно жить. Она была влюбчива, но не каждый мужчина мог выдерживать рядом с ней вот этот сгусток энергии. Замуж за Михаила Филиппова Наталья Гундарева вышла в 1986 году и прожила с ним 19 лет. Свое семейное счастье актриса обрела в 38 лет. Это было летом на гастролях. Любовь не пришла, не подкралась, а поразила нас обоих. «Очень вовремя мы встретились», — сказал я, хотя иногда печалился. Как поздно. Миша ее взял, я так думаю, да, догадываюсь, такой мягкой семейственностью. Он основательный, неторопливый, несуетливый. И, наверное, Наташе было с ним комфортно. Такой отец. Он и муж, и отец. Он такой умиротворенный. Это снова был служебный роман. Оба много лет служили в одном театре имени Маяковского. Гундарева была звездой. Филиппов, по сравнению с ней, имел гораздо более скромный статус. Первой его женой была Ирина Андропова, дочь председателя КГБ, а потом и генсека. Ходят слухи, что когда у Филиппова начался служебный роман, Андропов установил за ним слежку, убедился в том, что зять неверен, но дочь пожалел, ничего ей не сказал. Известно, что когда умер Андропов, это был день, который Филиппов заявил о своих отношениях с Гундаревой. Филиппов был не так успешен, как Гундарева, и мог бы оказаться в обидной для любого мужчины тени великой женщины. Но Гундарева всегда подчеркивала, что хозяин в доме и в их семье исключительно он. Но люди, которые знали эту пару плохо, почему-то в любовь Филиппова и Гундаревой не верили. А если верили, то желали, чтобы этот союз распался. Кому-то не нравилось, что мы вместе. Мы узнавали это по иголкам с солью, рассыпанным под дверью дома, по царапинам на машине. Злоба и всепроникающие недобрые взгляды сопровождали нашу жизнь. Москва, 18 мая 2005 года. Смерть Гундаревой объединила даже непримиримых врагов. По ней плакали представители двух враждующих кланов «Маяковки», соратники главного режиссера Сергея Арцебашева и команда актера Эммануила Виторгана. В скорбный час борьба за контроль над театром была забыта. Она была именно человек. В высоком смысле этого слова. Поэтому мне каждый раз, когда мне ее, конечно, не хватает. Все думали, что Гундареву похоронят на Новодевичьем, ну или хотя бы на Ваганьковском кладбище, где лежат многие народные артисты. Но место на самом престижном погосте театр добиться для Гундаревой не смог. Не помогли и богатые поклонники актрисы. Обычно очень многие денежные мешки предпочитают откупаться от собственных грехов, финансируя актерские похороны и вообще похороны звезд. А вот в случае с Гундаревой этого или не было, или денег не хватило. И ее похоронили на Троекуровском именно из-за финансовых проблем. В 2000-м, незадолго до удара, Гундарева очень много занималась здоровьем своей мамы. Несмотря на собственные болячки и отсутствие сил, наняла ей сиделку, устраивала в разные клиники, могла прервать гастроли, чтобы вернуться в Москву, узнав, что матери стало хуже. С мамой там были проблемы. Мама то болела, то не болела, то надо было в санаторий, то из санатория домой. Мать, с одной стороны, требовала от дочери большого внимания, а с другой была все время ею недовольна. И этот конфликт был еще одной постоянной болью актрисы. Когда-то, будучи еще 18-летней девушкой, Гундарева дала ей понять, что все в своей жизни будет решать сама. Мама хотела, чтобы Наташа стала инженером-проектировщиком. Гундарева после школы устроилась работать чертежницей, готовилась к поступлению в Московский инженерно-строительный институт. Я же хорошо сдала экзамены два.
Я же 2 года работала в конструкторском бюро. Я занималась реконструкцией железобетонных керамических комбинатов. Но сдав 2 вступительных экзамена в МИСИ, Гундарева вдруг схватила документы и побежала в Щукинское училище. У матери это решение стать артисткой вызвало шок. Но Гундарева ясно дала понять, никто и никогда не будет мешать ей жить, как хочет она сама. Характер действительно сложный. Она могла быть очень покладистой, милой и оказалась невероятно какой-то доброй в один момент. А в другой момент она могла быть очень жесткой. Жесткой, а иногда неприятной. В «Щуке» Гундарева попала к замечательному актеру и педагогу Юрию Катину Ярцеву. На курсе с ней учились Юрий Богатырев, Константин Райкин и Наталья Варлей. И уже на 2-м курсе ректор училища сказал о ней: «Я хоть сегодня готов выдать Гундаревой диплом об окончании училища». Есть великие трагики, да, есть великие комики. Но по-настоящему великий актер, который может играть все. Комедию, трагедию, фарс. Вот такая была Наташа. Был звоночек незадолго до инсульта, когда мы были на гастроли в Киеве, когда была очень большая жара, а у нее давление жутко скакало. Гундарева потеряла сознание прямо на сцене. Коллеги унесли ее за кулисы, вызвали скорую. Пока ждали врачей, принесли аппарат для измерения давления. И все просто ахнули. 60 на 30. С таким не живут. Приехала скорая, сделали укол, она сдышала. И что вы думаете? Она сказала, что нет, говорит, я доиграю. Но мы вот так грудью на нее просто легли и сказали, ни за что. И Михаил Иванович, и все труппы сказали, ни в коем случае. Но это был редчайший случай, когда труппа осмелилась спорить с Натальей Гундаревой. Обычно актриса никого не слушала. У нее был очень властный характер, и чужие советы ей были не нужны. Она не могла без работы. Она не умела отдыхать. Она могла творить, и чтобы этот процесс шел круглосуточно. Зрители считали, что на сцене пляшет очень здоровая женщина. Как же иначе с таким весом выделывать столь сложные па? И никто и подумать не мог, что в антракте Гундаревой часто вызывают врача, и актриса еще с молодости страдает от проблем с сосудами и резких колебаний кровяного давления. У нее порой бывало давление, которое за 200 зашкаливало. То есть у нее с сосудами были проблемы, и она все равно продолжала работать. Гундарева поднимала давление коньяком или сбивала с помощью таблеток. И ей никогда не приходило в голову заняться своим здоровьем серьезно. Прежде всего, изменить образ жизни, не сниматься в 6 фильмах в год, сократить количество спектаклей, не лезть в общественную работу. Депутатство, которое совершенно не нужно было. Я у нее спросил, говорю, Наташа, а зачем ты пошла в депутаты? Она говорит, ну как, кто должен ваши интересы отставить, вот я буду отстаивать. Она выбивала актерам квартиры, свою депутатскую зарплату отдавала в гильдию киноактеров для помощи нищим коллегам, часто давала в долг и не просила его отдать. Ее называли хозяйкой театра имени Маяковского. И казалось, что без нее его красные стены просто рухнут. Конечно, я пристрастна к работе. Я подвинута на работе. Это смысл моего, я бы сказала, существования. Может быть, не смысл жизни, но существование – это уж точно. Московская область, 28 августа 2002 года. В день рождения, когда Гундаревой исполнилось 54 года, ее отпустили из больницы домой, на любимую дачу. Приехали друзья, она счастлива, выглядит очень бодрой и веселой. Всем кажется, что, несмотря на мрачные прогнозы врачей, она победит свою болезнь и вернется к своей кипучей жизни. Она очень была энергетически заряженным человеком. Что такое наша профессия? Это отдача энергии. Вот этой энергии у нее было через край. Но актрису как будто преследует какое-то проклятие. Ненадолго оставшись одна, она идет в сторону кухни. И снова падение. Как в тот злополучный день. И на этот раз страшная травма головы. Опять почувствовала плохо, потеряла сознание, упала. И во время падения ударилась виском об угол табуретки. Травма головы вызвала повторный инсульт, и он был гораздо тяжелее, чем первый. Газеты печатали такую настоящую сводку, как с фронтов, что она поправилась, ей стало хуже, она упала, с ней стало лучше, она потеряла речь. В фильме «Однажды 20 лет спустя» она играет многодетную мать.
У Надежды Кругловой 10 детей, очень тяжелый быт, постоянная нужда и усталость. Но на встрече одноклассников на вопрос, чего вы еще ждете от жизни, она со счастливым блеском в глазах отвечает. Я жду ребенка. Вечный вопрос Наташи бедной задавали на всех встречах. Как вы, бездетная, значит, сыграть? Она была беременна от ХИФИЦ. Она мне там один раз признала, что у нее был жутчайший токсикоз. Что она говорит, я просто меня выворачивала наизнанку около каждого угла вообще. Но мамой актриса не стала, несмотря на то, что была молода и внешне здорова. Как-то ей долго пришлось идти зимой пешком. Она замерзла, и Гундарева ребенка потеряла. Глубокой ночью в то время было почти невозможно, да, поймать такси. И она очень сильно промерзла. Выкидыш, операции, ну, как бывает. От депрессии тогда спасли сцена и кино. Гундарева снимается в одной картине за другой. Много играет в театре. Говорят, что вторую беременность она прервала сама ради роли в фильме «Осень», которая показала, что такое по-настоящему любящая жена и мать. Ты рожай, дура, рожай. Мужик, что снег, он пал да растаял. А детёно твое будет. После аборта забеременеть она больше не смогла. Да особо и не хотела. Главным для актрисы всегда была работа. Это была жертва, но, как любая настоящая жертва, она не делается высокопарно. Никто не обставляет это какими-то кучей каких-то ритуалов. Настоящая жертва, она незаметная. Да не страдала она по этому поводу. Потому что у нее вся ее сущность, все ее нутро, вся ее творческая личность, человеческая личность была настроена только на одно. На роли, на кино. Но актеры – это вообще ведь особые люди. Она не хотела остановиться даже на пару дней. Лишь дважды за долгую работу в театре брала больничный. Когда чувствовала, что теряет сознание, просила ей сделать укол прямо во время спектакля, через дырочку в костюме. И она буквально тут же бежала на сцену. Зритель этого не видел никогда. Кто же знал, что такое потом случится? Решение о пластических операциях она приняла легко. Если что-то мешает работе, от этого нужно немедленно избавиться. Кто-то 40 килограмм сбрасывает, и как огурчик бегает, понимаете? А кто-то сбросит 3 килограмма, и уже обостряются все болезни, какие только есть. Положиться под наркоз и со скачущим давлением, и с такими сосудами, это, в общем, было равносильно самоубийству. Но Гундарева считала, что с новой внешностью ее ожидает очередной прорыв. В начале 2001 года ее пригласил в Амхат Олег Табаков. Она репетировала роль Мадлен Бежар в «Кабале Святош». Но отношения с мэтром не сложились. И это был еще один сильный удар. Это нервное состояние, перемена места, людей, театра, положения, отношения. Это, наверное, все, конечно, было нервное напряжение. Все последние годы я жила в непрерывной гонке. Когда утром за волосы стаскиваешь себя с постели, вливаешь в себя кофе, глотаешь сигарету, бросаешься в машину, мчишься на репетицию, примерку, спектакль, съемку. А к вечеру прибегаешь выпотрошенная, не понимая, куда ушел день. И вдруг в этой гонке судьба меня остановила. И я думаю, почему Бог мне послал эти испытания? Может, судьба решила поставить меня на место? 15 мая 2005 года утром Гундаревой стало очень плохо. Рядом был любимый муж. Он немедленно позвал врачей, но им оставалось только констатировать смерть от внезапно оторвавшегося тромба. Москва, 18 мая 2005 года. После гражданской панихиды в театре гроб с телом Натальи Гундаревой отправился на Троекуровское кладбище. Здесь по странному стечению обстоятельств похоронено много знаменитых актрис, которые ушли из жизни очень рано, на пике славы, красоты, всенародного обожания. Прощание с Гундаревой походило на какой-то спектакль, и многие говорят о том, что все выглядело страшным сном и было далеко от реальности. Все как бы замерли. Вот знаете, как, когда перед занавес открывается, да, все свет погасили, и в этот момент люди ждут чуда. И вот так же вот все ждали чуда. Вдруг вот очнется или вдруг что-то такое. Но чуда не случилось. Невероятно талантливая, красивая молодая женщина, любившая жизнь как никто другой, осветившая серые будни миллионов людей, ушла за черный занавес, который поднять невозможно.